Всем привет! Я в магазине Галамар, город Орску, остановка Васнецова. Смотрите, какие чайнички. И сразу чашечка. Классно. 629 рублей со скидкой. А здесь блюдечко и чашечка. Ой, а чашечка, наверное, для кофе. Какая хорошенькая. 399. И такая. Такие нежные наборы. 249. Тоже чайная пара. Это уже комплект. За 1699. И еще чайные пары. Две чайных пары. 459. Чайник за 749. Еще посуда. Боже, какая красота! Такой цветок яркий-яркий. Значит, 759 и 1999. Сноутюб. Ватрушки по-другому. Прочная камера за 1199. Усиленный чехол. Вот на каникулах кататься. А это 1599 и 759. Игрушки. Мой любимый питомец. 499. 21 на 28 и 13 сантиметров. Умный питомец. Интерактивный. 699. Движется, звук у него, свет. Машина на радиоуправлении. 299. Ничего себе, вот эта игрушка. Экскаватор на радиоуправлении. Копает, двигается. 15 каналов. 2500. От 6 лет. Вот почему-то они не подготовились. Игрушки у них с мышками нет. Все всякие разные есть, а с мышками нет. Даже с котами есть. Смотрите, какие кувшины. Стекло 1,6 литра за 249. И в таком цвете. Кастрюля. Опять новый дизайн. Классик, эмалированная, 22 сантиметра, 1329. Так, тяжеленькая, нормальная, значит. Это у нас 16 сантиметров на 2 литра. 869 на 3 литра. Вот на 3 литра самый тот для меня. Так, 999 и ковш. Эмалированный ковш за 799. Смотрите, какой чайник интересный. За 1299, 2,7 литра, но на вид он прям огромный. Ковшики
за 339. Термос, кружка. Первый раз играет музыка в фикс-прайсе. Не эта баба-яга орёт, а нормальная, хорошая музыка за 500 рублей. С ушками. Вот такой олень. Очень много пьезозажигалок. Смесители. Смотрите, какой интересный. За 1299. Мыльницы. И плюс еще можно подобрать стакан. Стакан 109, мыльница 99. Ромба. Вот такие обычные за 49. Есть керамика. Сушка для столовых приборов. Мне нравится вот это. Сделано качественно. И поддончик. Отлично. Очень много полочек и угловых, и не угловых. И двойные с крючками, и просто. Шкатулка для украшений. $520. Такая. Это $640. Очень много цветов за 160 рублей, 179 и 119, 199. Вот эти мне нравятся. И в том цвете, и в этом. Даже не знаю, какой лучше. 139, 210. Эти, конечно, мне не нравятся совсем. Вот эти уже поинтереснее. 139. И тюльпанчики за 109. 299. $130. Скатерти. Еще впереди очень много праздников. 140 на 180. И цена. Не могу пройти мимо сковород антипригарных. Разные размеры, цены. Больше, меньше. Овальные, квадратные, круглые. Thank you.
фоторамка на 6 фотографий. 469 по красному ценнику. И в черном цвете. И поменьше. За 399 тоже в белом и в черном цвете. И такие. Весы за 499, 699. Кому как, а мне точно пригодятся. Правда, у меня есть. После праздников надо заниматься собой, начинать. Ну вот, вроде бы и все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на наш, на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!